Третья группа шагает на новогодний утренник. Целый месяц воспитанники 10-го детского сада готовились к встрече с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Сегодня они радуют своими выступлениями не только сказочных персонажей, но и самых главных зрителей – мам, пап, бабушек и дедушек. В этот день каждый малыш – большой артист. Сценарию сказочного представления, чтобы дождаться главного волшебника Дедушку Мороза, маленькие снежинки, принцессы, зайчики и супергерои должны разбудить косолапого помощника, доброго Мишку, отгадать загадки, поиграть в игры, спеть и станцевать вокруг красавицы елочки. И чудо происходит. Встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой радуются не только мальчишки и девчонки, но и их родители. Новый год – это что-то настолько волшебное, что это сказка. Сказка, которую мы ждем каждый год в ожидании этого волшебства. В общем, Новый год – это радость. Раздав гостинцы, Дед Мороз засобирался в обратный путь. Но малыши знают – волшебство не закончилось, оно только начинается. В новогоднюю ночь каждому из них дедушка непременно вернется и обязательно оставит под елочкой подарок.